Ведь как-то раз случайно средь тополиной вьюги близкие в недалеком прошлом бывшие две подруги. Первую звали жизнь, вторая смерть звалась с рожденья. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, щедрое угощение. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. Смерть не была на жизнь в обиде, просто другие взгляды. И подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину, но обойти не удалось им ссор былой причины. Вспомнили, как в ту ночь подруги спорили, доредили, как златокудрого младенца между собой делили, как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты, разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если бы ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей. Я, черствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же, так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну, а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мученья, но только ты призывам нашим не придала значения. Да, отвечала смерть устала, помню я ту старуху, это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, этого я не знала. Ну а вот тот 40-летний тоже ведь пожил мало. Мало сказала смерть сурово, только наделал много. И никогда уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефон запел у смерти тихий мотив церковный. Стало лицо ее бледнее, голос спокойным, ровным. И извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая: срочно, командировка.